Кабачок «Старость». Леонид Ингибаров. Читает Лара Шум. В конце длинной дороги жизни есть маленький кабачок «Старость». Там приятно попивать сухое вино, вытянув усталые ноги к каминной решетке. Сюда часто забегают пропустить свой первый стаканчик и набраться мудрости те, у кого вся дорога впереди. И надо следить за собой и не хватить лишнего, чтобы не наболтать им чего про ветер и бури, а то ничего доброго не выйдут отсюда. Как смешно они сейчас петушатся, не зная, что дорога до этого кабачка страшна, порой опасна, а им сейчас все нипочем. Так думали старики, что сидели в кабачке, согревая кости, ожидая, когда придет дремота, и можно будет снова и снова, хоть в мечтах, отправляться в дорогу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Хорошего всем дня!